19 декабря, в преддверии Нового года, сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области организовали для воспитанников Калининградского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда» волшебный праздник. Чтобы подарить частичку новогоднего настроения тем, кто как никто другой нуждается в душевном тепле и ласке, представители Следственного комитета пригласили ребят на популярный квест по мотивам всем знакомой телеигры. Дети с успехом выполнили увлекательные задания как на логическое мышление, так на силу и сообразительность. Познакомились с насекомыми и змеями, вызвавшими особый восторг у участников мероприятия. Смогли завладеть пиратским золотом. Постарались сделать для ребят настоящий праздник, чуть-чуть новогоднего чуда. Хотели, чтобы это шло от чистого сердца, искренне. И я надеюсь, что детям это очень понравилось. Мы старались. С Новым годом! Не обошелся праздник без Деда Мороза и символов уходящего и грядущего года – собачки Арчи и свинки Босси. Взамен дети щедро отблагодарили организаторов сияющими улыбками, искренним восторгом и звонким смехом.